стоять там. Ладно. Сейчас обрыгаетесь. Кто там бегает? А нахуй вы бегаете? Очкуют просто. Набрали вагона. А есть какой-то черный рынок, где можно брюки купить? Не пульт только. Постель с Кьяром. Библ именно там брал. А кто это такой? Что там пиздануло? Начальник дезурона. А. Начальницы есть какие-нибудь? Алери там есть еще. Ну, нормально. Номерок дашь? Я бы ей за претовары рассказал. Я админ. До сих пор. Он даже рофлил, когда его... Знаете, что он написали этот... На форуме... перешел на циркл, блять, и Кьяр на форуме пишет, да, да, да. Если бы пришел бы на этот, на циркл, то, блять, на форуме вряд ли бы он написал бы. Такс. О, ведет. Народ, молодец. Блять, да не бегайте. Дикашка пишет. 260-е. Говорит, я БДК танк. Хочу к вам ездить. Как ник? Да как ты не забыл. А толку типа 260-го брать, если его, блядь, не поставишь ни на одного босса. Во-первых, с него гроз сорвут, а во-вторых, блядь, его будет... Как ты знаешь. Ты вспомни, я 259-м пришел. Ну, блядь, понимаешь, ты 259-й... Ну-ка, кто тебя взял? Ну, ты же не пришел сразу. Меня старик взял. Ты ему проплатил, что ли? Нет. Ты пришел 259-й, но опять же. Тебе пока доодели, блядь, дотрожили джайны, блядь. РС, ХМК, это что за время? Да хрена пугов у нас в рейде. Ну да, время. Да мне вагонов. У меня, понимаешь, у меня не апну, Т4 куска было, Т4, они 245-е были. Ну и так шмотки там 3 или 4 с целка, вот что мы выбивали. Ну и глоры не было, воятель был. Ну тысяч на 10 хп апнулось. Зависит от того, что он за игрок. Если он нормальный игрок, если как танк хороший, то смысл есть брать по-любому, потому что они как бы на дороге не валяются, ДК-танки. Тут этих ДК-шников, кажется. Короче, я пока свободна, замолчали что-то. По
залутайте, пожалуйста, шамагу вот этого моба. Нужно больше ярости. Ага, вот который придумал. Спасибо. Надо не на Итан его смотреть, а на випку его и категорию, какая у него. И на категорию, да? Ты випка но... ничего не значит. Да я ошибаюсь, кстати. Если ты не знаешь, то витку можно отключать, чтобы ее вообще не было видно. О, как это сделать? Легко. В книжке. Если большая випка, можно отключать. Если маленькая. Можно вообще сделать первую випку, можно вообще убрать. Когда у тебя нет випки, нечего отключать. Лайфхак. Денерис, какая випка? Судя по тому, что у него ее нету, значит там четвер. На этом сервере вообще автокликеры использовать можно, нет? Нет. Они палят их или что? Да. А ты ДЗ? Связано ли, что за кем-нибудь следить? И руки убираешь и только кликаешь по киллботу. Ну так. Просто заебывают каждые полсекунды нажимать. Ребята, кого первая ката, вам быстро засчитывали квест? Минут 5, может меньше. Да. Разного, может 15-20. Получаса. Да не шутят, не верят. Смотря какой админ занимался. Но у меня там мини-карта скрыта, а там, значит, не видно времени и числа. Не переживай, ждала ты полгода, подождешь еще один день. Чё ты одна делала кату в Reddit? Нет, в Reddit всё. Он тоже скинул скрины. Камер, не важно. Он тоже скинул скрины. Они но по логам посмотрят, летают, и напиши, что это был дерейд, там же видно, что ты была... Да, у него есть скрин, у него только ДПС открыт, и у него есть скрин рейда, в общем. Они там просто выкаблучиваются. Там будет видно на фреймах, что есть. Думаю, на видосе у Войда тоже видно только ДПС, к сожалению. Какой ДПС? Амир, скидывай, я вендору продам. Там им есть... надо, чтобы было по всем правилам, и похрен, что-то там видна, не видна. Дата вот хотя бы, да, если. Вот есть и дата. И надо, чтобы время открытое это было там, блять, на фоне этого босса, там, взять блядь, его в таргет. Я еще раз говорю, у меня есть все. Вообще мораз. Панель пуск, видно дату, число, время. Плюс 4 от сервера. Скинул видео. Удил. Ну, ты пока сохрани, пока не просит. Зачем кидать, если не просит? Если надо будет, то... Угу. Поставьте видео, он пишет. Во. Я чекаю, знаешь, твою тему. И он тебя два раза просит о том, как правильно написать да, ее. Да, но на курсор я не навела на себя, да. Шо, мать, первый раз, что ли? Все доспехи надо было снимать с себя. Ты там скажи, что я чаржился в тебя. Ну, видео от протвара, чаржился в эту ягодный торт 10 раз, наверное, 20. Сейчас я попробую твои видосы. Прям ссылка. А ты сразу прямо говори, я с претендентов и все. Там автоматом зачитывается. Хорош.
Ты скажи, это видео про товар, за это засчитывается автомат. Кому босс не нужен? Не, меня уже тошнит от этого рейд. Я устал. Хочу спать. Да, видео очень плохого качества. Там ник... Оно не прогрузилось еще. YouTube обрабатывает его. Будет качество позже чуть. Весь YouTube на тебя работает сейчас. Да. Это кто? Он сказал плохого качества? Пускай ждет. Негодяй. Я сказал. Оно прогрузится сейчас. Какое-то время пройдет. Ну тут еще этот значок загрузки. Бегите ресницы. Какой раз по рейндж 15. Не, пока не прогрузился. Кто это говорит? Что за челик? Да уже рез. Маленький, наверное. Черный аукцион продает шмот 277. Да, давно уж. Да ладно. Да что ты так узнал? Ну, блять, я черного аукцион ничего не покупал, блять. Лоренж. Туда даже не заглядываю. Где, ну ты че, блин? Главный богатей сервера, не знаешь черный аукцион. Типа мне там, знаешь, покупать нечего. Поэтому я и не хожу туда. Разве что, блядь, поезд, который справа падает. Всё. У меня по 2 секунды зависает, все зависает, зависает, зависает. На куда вы пошли-то? Дайте отъезд. Да, нет, ни хрена нет уже. Все свое сожрал. Так, короче. Что делаем? Маги там есть рыбу? Впереди, нет? Я поставил, не надо ставить. Блядь, где? Кир, Стив Хила, Оранж, 15. Монород на больше, по Хилой на Шамане, Редвар на Плесте. Че, Редвар, на ком? Сначала Оранж. Звездочку вытянешь в рейд, конечно, там ничего сложного, потом печеньку. Череп заберет, если что. Керс, ты по рейду хилишь, короче. Ты плохи хуяешь по рейду. Мой шмот Т5 на танк. Дальше. Дальше. Не сорвут тебя, урона пулят.
Ты. Кто на боссе? На боссе мы на... Окей. Это дальше. Давай булочек. Смотрите за... И самое-самое важное. Хилы. Спасибо. По Войду хилишь. А это Джонни плюс Шамагол в приоритете держите Монорота. Все остальные хилы по рейду. 4 гимна на ману, то есть дадите, если будет проседать. Сумоньте лук. Тыкните на шкаф. Тыкну. Все, иди. Появилось на видео. И все, в принципе, да? Да, сможешь. Если пинга нет, то... Даю проверку. Все, на пул на Родвара. По готовности даю четко. Все. Если есть зелье, как оно называется, свободы действий. Двара прохиливаем. Прожмись пока что. Войда там полипал. Все, чем быстрее снесем, тем... Народчика. Держите Родвара. Спасибо. Блять, столько не хилили. Там ассист. Давай, давай там. Похил Редвара каску по нему. Библа прохиливаем. Хилить немного осталось. Дайте деф, если где. Хилим, хилим там. Все, по рейду урон летать сейчас не будет уже больше. Войда держите. Все, прохиливаем рейд, забирай. Да, вы все, блядь, побежали. Чего-нибудь еще бить, блядь. Бежали. Маны нету, дадите. Я дал гимн, я без маны вообще. Ну раз, забери в чай. Тиола, подними Редвара. Не лики, отойдите пока что. РДД бейте печень. Баф по Редвару. Мана, в принципе, есть, пошли на шамп. Бар можешь сладкий. Хиливается какой-то. Thank you.
РДД по бот, по медике может быть час лак. Маном там мана злится. Боже, там вроде нихуя вообще не бьет, да? Следующий. Вот. Кто-кто? Босс Марагрим вообще же вроде не бьет. Да... Блять, да, блять, в этом гире он хуй кого убьет. Ты имеешь в виду что, потанчить его или что? Не, я вообще имею. Там, короче, вот эта хуйня его, волна которая, она иногда в саппорт уходит. Ну, не иногда, а прям половина случаев. Вот если она не ушла в саппорт, и после нее он атаку дает, то вот может просадка произойти, типа две тычки вот эти он может просадить на пол хп или больше. И все, больше он не шотник, как. Окей, хорошо. Плюс это. Рахи. Эти манны все дали уже. Раза лети. Просадка по мане во все ли. Ну, гимнов сколько? 4 креста. Меликс отдавал, просто. Да. Понятно, деньги. Могу подержать босса, подшивая манрот, кому-то имер даст. Ну да, давай. Это вы слишком долго допустите. Сука, ни рука не имеет, бля. Это прикольно трение, нет? Ваня, нормально? Я бы потестил. Какая? Да, да, так она же с топовой трини и стой стакается. Ну, я бы взял я этого. На РБК хотя бы. По-братски. Он пускай Монород скажет. Монород, скажи. Про товару скажи. Скажи триня про товару нормальная. Скажи, напиши просто вот хорош. У меня просто первое есть, я бы хотел. Короче, парол двор выиграл. А дай вот. Его это. Вот, спасибо. Сам. Ну просто первый есть, у тебя первый есть. У меня вообще 245-й тренинг, надо держать.
Так там родил только ты еще этот Фарата и еще кто-то один. Она а кто штаны забрал? Просто хуйня, по-моему. На шамана кто забрал? Она чистый РБК, что ли? На шамана Джо. Да, вот Джонни. А что, тебе надо было или что? Нет, нет, я просто поинтересовался. Да. А чё, я в танке, да? Дальше? И чё там, курик? Да, пока что. Я, короче, только здесь босс, наверное. Уродил поезд первого босса ткани, вот смерть пристроился. Фарада забрал. Я понимаю, кто второй был. Я не помню. Сусаями, но... Резисту можешь отдать Фарада и переночить, если хочешь. Если... Резист, будешь этот поезд брать? Не бери, не бери. Честно, хз. Ну, он просто идет бисовым на фаера. Но мне будет лень переставлять. Пускай Фарада с ГП ходит. Там не нужны собирать. Запы хостой, ТРС-ки. И этот поезд. Не, наверное, пас. Молодец. Знаешь, что меня печалит? Печалит тот момент, что мне на гидроса протопалом заходить надо. Зачем? Ты будешь трэш сливать? А знаешь, что меня печалит? На такие охуенные проки на трэш, но на боссе, типа, я стою и хуярю без проков. Мне кажется, малорут затанчит гидроса. Так чё там, кто соревноваться хотел по ДПСу, давайте. Давай, я спрятаюсь. Вон, раздавака плюс я даю... А, да вы накручиваете, да ну. Давай, я посоревнуюсь. Паради. Ну вы хоть на чё-то соревнуйтесь, чтобы интересно. Аркер, там... давайте хотя бы 20 секунд людям отпиться, смотрите за манну. Шаман без манны, блядь, остальные по половинке. Гимн на ману откатился, дайте гимн. 6 хило. Ну, 3 хиля, 2 это. Чейлит, да? Ману регенит. Лёха, на ГП соревнуйтесь, кто проиграет, тому 200. Блять, когда фуловый на ГП, как на 10 копеек. Давай кто ниже меня, тому 250. Блять, давай уж косарь тогда, хуй 250. А кто выше, тому ЕП, да? Так интереснее. Знаешь, сколько водопад кинуло. А тут водопад же в натуре, тут не канает. На гидросе на C20. Если половина будет соревноваться на гидросе, мы будем вайпаться там. Да, на гидросе там, блядь, начинаешь похищение души на экзекьюте, там сразу 30% погроб. На паладина заходить, танчить. А ДКшка чё? Блядь, паладинам интересно. И агропа лучше. А эту шляпу будет кто-то брать в корабе, танка треню? Монород забрался в прошлый раз. Я заберу, если она упадет. Ну ты с гидроса, да, имеешь вот это? Да она никому не надо, кроме вас двоих. Я ее себе заберу на танк. У меня 242 трени.
причем СИКА 25-ки у меня принес. Как мой народ этот, и Сирии Синст, и одну кнопку. Классно. Счет 3. Ну он типа W, понял, бежать вперед, потом там поворот куда-нибудь и удар. Три кнопки получается. А нет, W, потом мышкой right-click выбрать цель, типа, и там трёпкой или чё. Да хуя кнопок на самом деле. Я про товар вообще одну только юзаю, шеве. А я думал escape там или alt-4. Скажите, это Кирсгор, на который жмет молнию. И раз 30 секунд шипы. Ну у него класс такой, он знал, кого выбрать. Типа правильно выбрать.